Короче, круто. Хип-шоу, пацаны! Мама, жди, Владивосток, жди меня! Сыктывкар! Сына, я Пушка, дед Макар! Племянник Илюша! Хо-хо-хо! Покажи что-нибудь на Максе. Серега, а Вова там? Макс, не разминай, не трать энергию! Ногами не бить! Ногами бить! Я не умею ногами драться вообще! Ногами бить! Ногами не бить, я не умею ногами драться! Смотришь! Еще! Покажи вот вертуху! Да-да-да-да! Улет! Что ты сказал? Пенсионер в кадре! Это мой напарник! Я его кину! Смотрите! Сегодня в этом выпуске! Серега, дай мне Коршун. Работайте, что скажешь? Я ничего не скажу. Как они дерутся? Можно? Помогай! Макс, работай руками! Давай! Рафик Джан, что скажешь, Рафик Джан? Пизда мне. Что такое? Ну все, решай. Давай. Макс, ты как? Нормально. Кто круче, пенсионер или Рафаэла? Да Никита шустрый. Давай, пока еще рано, Макс, давай, разминайся, Ляш, отдохни. Не ожидал такой фигни, пенсионер. Эй, команда Московская область, вы че? Эмо рулит. Рафик Джан, ты как? Пизда. Серёг. Баранда, да? Серёг. Это хип-шоу, пацаны. Пацаны, это хип-шоу. Сейчас с полевыми. Так, ну а команда это ведет. Бля, попить нет ничего. Кто ведет? Да и бабу. А что они делают? Куда? Так, минуту прошла. Подожди, минуту. Давай попьем. Да. Не, какой попьем? Давайте это. Там вода была, слышь. Воды принеси. Да, неси в раздевалку. Смотри, в перерыве наливают вискарь. Вот это палево. Это кола. Вот это боец. Это кола. Сергей, ну вы тяжеловато выглядите, что скажете? Нормально. Неожиданно. Очень сложный бой, очень. Соперник достойный. Там еще папе. Мы сейчас воды попьем. Че, приятель, давай попьем. Сергей. Что-то я первый сразу пропустил в лицо, мне аж.
Что первый в лицо? Первый пропустил удар, мне сразу аж это плохо стало. Потом только подумал. Потом поздно. Ты вообще проскинь? А вот участник следующего пятничного вечера. Вова! Вова, пару слов! Где? Раф уже, походу, подхрамывает. Надо ему ногу добить. Давай. Давай, один против двоих. Да-да, у нас будет бой 2 на 1 или нет? Будет, конечно. Что у нас? Первая травма. Первая травма, Рафаэль, что с тобой? Живот у меня болит. Живот у меня болит и голова кружится. Тебя ударили в живот? Это Макс был? Где там спит? Это нормально, Раф? Нет, пока. Нет, пока. Не знаю, куда тебе попали, Раф? Да никуда не попали, мне перенапрягаться нельзя. Так вот зачем тогда ты пошел? Давай ты будешь не держаться. Два против одного. Да, давай два против одного. Да, Раф? Я же твой рефери, я тебе запрещаю. Катя, у нас как медработник. Не, Раф, не стоит этого делать. Ты что? Нет, он выходит, он крут. Он крут. Раф, я снимаю соревнования, Раф. Я нормально. Сломал-то. Давай, Раф. Он может из ракушки. Давай, ты же не оставишь одного. Ну, в пизду. Раф, ты жив? Один? Раф, 5 000 рублей. Серега, ты один. Раф, с животом проблемы или с чем? С яйцом. Раф, на пяточки попрыгай, там ломаться нечего. Ну сейчас, в детдоме детей можно взять, да? Мифун! А что так тебя кинуть? Серег, ты один остаешься на минуту. Давай мне булку хотя бы. Серег, три минуты. Давай, сегодня же надо поубегать. Засекаем? Что, поехали? Давай, Серега! Бегай! Давай! Стоп! Че? Убегай, Серега, убегай! Стоп!
Ну вы неудачники, чуваки. Сергей, ты крут. Да! Раф, ты выиграл! Коршин, что не получилось? Да ничего не получилось. Да он без боли, да? Белевого порога у него нет вообще боли. Это безбашенный тип. Награждение. Раф! Подожди! Еще раз! Вот они, соперники. Макс, ну ты проиграл. Я знаю. Зато если отлично. Зато Рафа вырубили. Ты хоть запись включи. А ты живой? Рафик Джан, ты выиграл. Раф, ты выиграл. Серег, красавчик. Главный герой сегодняшнего вечера. Пенсионер! Да, да. Just fight. Скажи, Сергей, есть еще порох в пороховницах, да? Есть еще порох, конечно, есть еще запал на парочку.